вас. Кресло снова в канале. У меня немножко новый кринж. Сегодня без шапочки. Хочу показаться вам. И на кухне. Сейчас мы приготовим с вами ужин. Да, с тобой ужин. 10 с плюсом из 10. Такой куриные бедра в сливочном соусе с гарьевым бобом. Ну что вам, конечно, для этого нужно? Куриные бедра. Сейчас мы их приготовим. Первым делом займемся куриным мясом. Я мясо всегда обжигаю. Итак, мясо обсмолили, помыли. Сейчас нам приготовят на маринад. Приступаем. 2 столовые ложки оливкового масла. Столовая ложка соевого соуса. Столовая ложка яблочного уксуса или других фруктов. Столовая ложка зернистой горчицы. Столовая ложка коричневого сахара. Чайная ложка соли, чайная ложка копченой паприки, чайная ложка сушеных прованских трав, щепотка свежемолотого черного перца, 3 зубчика чеснока. Замешиваем. И приготовим маринад. Вытираем курочку нашу. Вытираем перчатки, чтобы не лежать, конечно. И теперь всю нашу куриное мясо, 2 кг, обтираем вот этим вот соусом. Ну, как бы вот и все, да, вот замариновали куриное мясо. Теперь идеально было бы его оставить на ночь. Ну, мы решили сегодня приготовить, поэтому там ночью у нас между ужинами и готовкой нету. Хотя бы пару часов оно должно в этом ароматном соусе помариноваться. А мы тем временем приготовим соус для соуса. Не знаю, как у вас, у меня пару часов прошло. Приступаем к конкретной готовке уже самой курицы в сливочном соусе с вяленой томатом. Сковородку. Беру такую, чтобы можно было бы запекать в духовке. Если у вас тут нет, она будет лежать на боку. Разогреваем сковородку. В сковороде разогреваем столовую ложку растительного масла. И выкладываем куриное мясо шкуркой вниз. Жарим 5 минут. Переворачиваем. Все, у нас появилась такая немножко корочка румяная. Жарим еще 5 минут. Через 5 минут выбираем мясо из сковороды. Сейчас у нас осталось жира. И это очень хорошо. Мы на этом же жиру приготовим соус. Выкладываем 3 зубчика чеснока мелкорезанного. Чайная ложка базилика сушеного. Жарим. Добавляем чили хлопьев. Немного, щепотку. Добавляем вяленых томатов. 150 мл овощного бульона. 100 граммов сливок, нежирных. У меня 10%. Соус. Возвращаем куриное мясо. Сейчас кладем уже шкуркой вверх. Емкость берите не самую большую, чтобы не делать много соуса. Нам надо, чтобы мясо было наполовину погружено в соус. Как видите, вот оно это будет сочным, вкусным и красиво запекется. Сейчас отправляем в духовку 180 градусов на 40 минут. Так, пошло 40 минут, даже немножко больше. Боже, как красиво! И вот наша курочка в сливочном соусе с вяленым томатом. Смотрите, какая красота! При подаче посыпаем пармезаном, свежерубленной зеленью, петрушечкой и с любимым гарниром. У меня гречка. Открываем сливочный соус. Спасибо, что смотрели. Приятного аппетита. Всем пока-пока.